8 декабря в 10-й средней школе открылся вернисаж «Посвящение». Его автором является учитель по визуальному искусству Инга Васильева. Мастер работает в технике текстильной мозаики, и ее работы уже по достоинству оценили ценители искусства. Но в школе Инга Васильева свои работы выставляет впервые, поэтому немного волнуется. Хочется порадовать и своих учеников, да, показать какой-то уровень, хочется, чтобы они узнали какие-то другие направления, кроме живописи и графики. Ну и, конечно, для коллег это тоже вот такая интересная возможность увидеть какое-то новое направление. Инга отмечает, что творческий процесс занимает очень много времени, однако на это не обращаешь внимания. Ведь если ты занимаешься тем, что тебе нравится, то препятствия на пути преодолеваются с легкостью. Если ты хочешь что-то создать, нужно побольше, наверное, времени как-то распределять так, чтобы хватило и на работу, и на хобби любимое, ну и на отдых, конечно. Ну вот у меня на одну работу уходит где-то около месяца, да. Меньше не получалось, потому что это все-таки трудоемкая работа, достаточно большие объемы, где-то так. Да. И все это, как я говорила, что помимо, например, машинной строчки, тут есть ручные стежки, то есть это действительно кропотливая работа. Какие материалы вы используете? Я стараюсь использовать характерные и дружественные материалы. Так, можно еще раз спросить? Так, какие я материалы использую? Вообще, я стараюсь использовать хлопок, лен, с какими-то добавлениями материалов, которые создают фактуру. С работами мастера Инги Васильевой можно познакомиться, придя в 10-ю среднюю школу. И кто знает, быть может, и вы захотите попробовать свои силы в новом для себя направлении. Лариса Кириллова, Александр Федотов, телевидение.com.